Добрый вечер всем. Новые посылки с Китая. Приступим к распаковке. Посмотрим, что нам прислали китайцы. Вот, три посылки. Большая, средненькая и маленькая. Но пойдем по возрастанию. Вот. Что-то там нож не хочет резать. Вроде острый. Немного, наверное, подтупился ножик, потому что очень многое дерево уже перерезал, пластмассы. Возможно, малеху подтупился. Ну, хотя так он. Ладно, не о ножике дело. По посылке. Так, посылочки, ага. Вот такая посылка интересная. Вот такой брелочек себе заказал. Это надо... На брелок ключам от грузовика. Вот такой брелочек в виде формы грузовика. Полностью металлический, тяжеленький, на вид красивый, приятный. Вот. По стоимости обошелся он мне, он не обошелся. Но мы... Доллар с копейками. Может, точно не полтора даже. Вот. Вот такой брелочек. Интересный, сразу же одену его ключам пойду. Чуть позже. Так, следующая посылка средненькая. Так, сколько я на ощупь потрогал. Кажется мне, что это да. Это дневные ходовые огни, которую я заказывал уже месяца три назад. Уже был спор на рассмотрении у AliExpress. Но в итоге продавец, видать, первый раз забыл их отправить, да, провтыкал, так скажем. Второй раз исправился. Это был открыт спор. Ладно, спор закроем. Товар пришел, пришел. Ну и все, какие вопросы. Ну, я думаю, все их видели, эти стандартные дневные ходовые огни на 12 вольт. Вот. А, испугался, что один только кронштейн нет, есть. Вот. Два кронштейна. Винтики для крепления. Вот такое есть. Ну, вроде все цело, ничего не поломано, не треснуто. Все окей. Так, и последняя наша самая большая посылка. Так, тоже предварительно общупав. Попросили меня знакомые моей жены заказать сыну обувь. Он нашел ее на сайте. Дали мне ссылку, я ее просто заказал. Денежку мне как-то там вернут, разберемся потом. Вот, вот такая обувь, вот так, ну, как упакованы, видели, то есть без коробки какой-либо, пупырки и таких вот целлофановых пакетов. Так, по запаху, то как ходят легенды, что воняет обувь, но как такового резкого запаха нету, так что, вот, они зимние, вот мех на них. По запаху. Ну, есть немного запах, но незначительный. То есть, я думаю, там бросится пакетик чая и запах уйдет. Кто недавно прочитал на Фейсбуке про пакетик чая. По поводу, если есть запах в обуви, то бросаем пакетик чая в обуви и запах уходит. То есть, ну, так, кому интересно, вот такой момент. Так, обувь. Вот такие тапки. Ну, подошва резина. Резина настоящая. Резина китайская. Здесь покрытие нубук. Если не замш, нубук. Ну и внутри мех. Вот, стелька. Ну, такие неплохие боты. Вот. Что интересного? Ну... Тапки как тапки.
Надеюсь, по размеру подойдут. Потому что мерили, там у продавца была какая-то таблица размеров, мерили и рисовали, обрисовывали ногу, линейкой мерили и ногу мерили. В общем, скажем так, заказали наугад. Вот. Ну, все пришло, обошлись тапки в там 19 чем-то долларов. Ну, ближе к 19, не к 20, ближе к 19. Вот. Дошли достаточно быстро. Вполне, да, да, даже меньше месяца. Не были в дороге. Вот, дошла посылка. Ну, вот таких продавцов люблю, которые быстренько отправляют нам посылочки. Так, еще один момент. Хочу показать. Вот. Будет в предыдущем видео такая. Была, вернее, распаковка такой вот штучки. Обещал показать я, как она работает. Вот, взяли мы емкость. Один конец мы опустили в воду. Сюда вставили две батарейки. Две пальчиковые батарейки. Открыли. Вот, теперь делаем вот так. Берем стакан. Вот у нас клавиша. Нажали. И побежала водица у нас. Отпустили, не бежит. Нажали. Вот. Вот внизу-то у нас моторчик стоит, который забирает воду и подает наверх. Вот такие у нас вот штуки из Китая. Все, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Скоро будут конкурсы. Придумал такую штуку. Будут конкурсы, будем разыгрывать разные штуки. Так что подписываемся, не пропускаем видео. Все, всем спасибо, всем до свидания.